纯白的忧伤，蔷薇的芬芳，泪落两行，伤掩盖或遗忘，阴谋和真相，谁来担当？剑缠绕在心上，старший соученик? Дзинин, иди за мной. С тобой хотят познакомиться. Кто? Юйчи Сиюэ. Твоя сестра. Моя сестра? Что это ты сделала? Ничего. Ты... Стой. А ну, стой. Убегай. Я хочу домой. Нельзя. Пора. Невозможно. Ты... Я... Ты в порядке?
может, все-таки домой? Так ты не поранилась? Ты же постоянно за мной присматриваешь. Уже и пошутить нельзя. Тебе не стоит так шутить. Я и правда перепугался. Поставь меня на землю. Конечно. Ну ладно. Я пока останусь здесь. Но через 2 дня мы поговорим об этом снова. Сюда. Сиюэ. Ты все же пришел. Вы... Я дочь твоей тети. Юичи Сиюэ. Похоже, ты сказала правду. Я не буду вам мешать. Подожду снаружи. Значит, ты и правда моя сестра? Перед тем, как умереть, моя мать просила найти тебя. Ты тоже искала меня все эти годы. Когда племя Юичи погибло... Мне было 5. Мне удалось спрятаться. А потом меня нашел дедушка. Он привез меня во дворец. Целых 20 лет. Я скрывала свое имя. Для всего мира я была принцессой Сиюэ. Но никто не знал, что на самом деле. Я Юичи Сиюэ. Сестра... Я 20 лет пыталась разыскать тебя. И вот, наконец, мы встретились. Наверное, наши предки на небесах готовили нас к этой встрече. Нинер, теперь у нас есть семья. Ты и я. Что с этими мечами мы будем делать такие успехи. Результаты и правда ошеломляют, но до совершенства нам далеко. Нам нужно еще многому научиться. Но вместе мы всего добьемся. Брат Занин, сестра Ювей. Гунцин. У меня важные новости. Что такое Гунцин? Я увлеклась тем, что ищу всякие старинные вещицы. Но сегодня в руинах, где я обычно бываю, засели люди учения небытия. Зачем они там? Я слышала, что учение небытия набирает мощь. И дело не только в притоке последователей владыки, а в том, что у них появился сильный предводитель. Он очень быстро возвысился до старшего и стал правой рукой их повелителя Дун Ци.
Брат Дзенин, ты должен знать, что это Дзенун. Но как он мог оказаться среди них? Повелитель, я узнала, что кто-то проник в наше владение. За безопасность отвечает брат Цзы. Мне позвать его? Не нужно. Но в нашей обители посторонние. Мы так это оставим? Я знаю, кто это. Знаю, чего он хочет. Но... мне интересно, к чему это приведет. Повелитель, что вы задумали? Я готов поспорить, что это был Дзенин. Его мотив очевиден. Он хочет забрать у нас Дзенуна. Все предельно просто. Интересно, как поступит Дзенун? Ну, а если он нас предаст? Я готова собрать людей. Если бы Дзенуну было куда идти, думаешь, я бы принял его в наши ряды? Повелитель, теперь мне понятен ваш замысел. Но если Дзенун все же отвернется от нас... Ты знаешь, что тогда делать. Да. Дзенун. Дзенин, зачем ты здесь? Ты... Это я его позвала. Дзенин, зови, если что. Спасибо, Гунцин. Дзенун, я заберу тебя отсюда. Идем. Зачем мне уходить? Мой дом здесь. Учение небытия несет лишь смерть. Тебе здесь не место. С чего ты так решил? Когда я умирал в одиночестве... Это они подобрали меня, подарили семью. Но все считают учение небытия злом. Интересно, почему? Вы тоже убиваете из благих намерений, как и мы. В чем разница? Дзенун, хватит. Покидая скалистые горы, я дал себе слово, что больше никогда не потеряю близких. Для этого я должен стать сильным, и я стал сильным. Я долго шел к своей цели и достиг ее. Мог бы порадоваться за меня. Но Дунти, он жестокий и беспринципный. Ты восхищаешься его могуществом и силой, но он заплатил за них кровью невинных. Как ты мог последовать за ним? Не оскорбляй повелителя! Зачем ты обманываешь себя? Зачем ты? Мы были дураками. Мы не понимали, что правильно, а что нет. Ты решил искать истину в Хэйбае, но я выбрал иной путь. Ты говоришь, что повелитель Дунци сеет зло. А я говорю, что зло — это скалистые горы. Их вероломству нет границ. Но они вырастили тебя. Они твоя семья. Не смей говорить о семье. Дзенин, слушай внимательно. Я ненавижу скалистые горы. И тебя тоже. Повелитель. Ну как?
Вы были правы. Цзэнун не послушал Цзэнина. Думаю, Цзэнун искренен. Когда он упал, мы помогли ему встать. Он благодарен нам, поэтому остался. Он предан нам. Ты мыслишь слишком поверхностно. Если однажды появится тот, кто даст ему больше, он забудет о нас. Повелитель совершенно прав. Я продолжу наблюдать за ним. Цзэнун и Цзэнин были вместе с самого детства. Кто бы мог подумать, что такая мелочь их расстроит? Нам остается лишь уповать на его искренность. Что-то еще? Повелитель, вы так долго искали перевоплощение Девы Хохун, но сейчас прекратили поиски. Вы нашли ее? Почему ты спрашиваешь? Я много лет служу вам. И сейчас я чувствую легкое разочарование. Не вы ли говорили, что я ваша правая рука? Как же быстро летит время. Долгие годы. Ты была подле меня. Повелитель, однажды вы спасли меня. Если бы не вы, я бы была мертва. Поэтому моя жизнь будет всегда принадлежать вам. Я бы хотела вечно быть с вами. Шуй И, я буду откровенен. Тебе давно пора найти себе спутника. Спутника? Но вы спасли мне жизнь. Я поклялась следовать за вами до конца. Не говорите больше так. Мне не нужен муж. Почему ты так говоришь? Не зря я искал достойного противника. Свет в твоей душе так силен. Но все напрасно. Брат Му, как давно ты видел Цзэнина? Цзэнин вроде должен тренироваться с Ювэй, разве нет? Думаю, он и сейчас с ней. Старший соученик, я слышал, что есть практики, позволяющие увеличить силу удара. Вот бы и мне их освоить. Это еще что? Старший соученик, Цзэнин вернулся. Цзэнин, что с тобой?
Он одержим. Одержим, одержим. Что нам делать? Назад в школу. Да. Денин, тебе нужна помощь. Мы отведем тебя к наставнику. Да, брат Денин. Брат Дзинин. Дзинин, очнись. Ювей? Ты одержим демонами. Но не бойся. Продолжай бороться. И ты освободишься. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Ювей? Сестрица Ювей! Дзинин, ты должен бороться. Не позволяй злу владеть твоим разумом. Сестра Ювей! Ювей. Нинер, ты оказался во власти злых сил и напал на свою соученицу. Как это могло случиться? Наставник, я практически ничего не помню. Тебе не встречался никто подозрительный? Я помню, что был в обители небытия. По пути сюда я встретил человека в черном плаще и маске. Меня окружил черный туман. Что было потом, я не помню. Обитель небытия? Зачем ты вообще туда ходил? Это было глупо. Там так опасно. Как ты мог пойти туда в одиночку? Это не повторится. А Ювей, ты подумал? Здесь она была в безопасности. А что сделал ты? Наставник, Ювей поправится? Вейер в порядке. Нинер. Помоги ей добраться до ее покоев. Конечно, наставник. Спасибо, наставник. Дзинин оказался во власти демонов. Неужели слезы Ювей вернули его? В этом слабость одержимости. Темная энергия бессильна перед слезами любимого человека. Поэтому Нинеру удалось спасти. Но с Ювей же все будет в порядке? Ты ее исцелил? Я лишь на время снял боль. Не в моих силах полностью исцелить ее. Я кое-что понял. Вейер и Нинер, они же любят друг друга. Значит, любовь Ювей спасла его? Если они и правда любят друг друга. Не станет ли это причиной страданий Ювей? Вейер придется нелегко.
но ее судьба лишь в ее руках. Выпьешь со мной? Хорошо, что ты пришел. У меня вопрос. Спрашивай. Я уже давно покинула Хайбай. Неужели никто не написал мне письмо? Нет. Ну как же так? Неужели им совсем нет до меня дела? Может, просто очень заняты. Ладно, давай выпьем. Брат Зенун, я правда должна вернуться. Меня слишком долго не было. Если я растеряю свои навыки, я только добавлю тебе хлопот. Я благодарна тебе, но я должна вернуться. Зачем тебе это нужно? Соскучилась по Дзинину? Я просто хочу вернуться к обучению. Если ты так рвешься назад, я не смогу тебя удержать. Но ты же можешь выпить со мной? У меня день рождения. День рождения? Ты почему мне раньше не сказал? Я даже подарок подготовить не успела. Подарок? Не нужно. Я с детства не любил дни рождения. Каждый год я всячески уклонялся от праздников. Так что я не привык к подаркам. А как же брат Зенин? Он тоже никогда тебя не поздравлял? Мы... Давай не будем об этом. Ладно, тогда давай напьемся от души. Я тебе налью. Давай. Твое здоровье. Цюе. Цюе. Цюе, я так скучаю. Как ты себя чувствуешь сегодня? Мне лучше. Выпей. Спасибо. Ты ведь могла увернуться от меча. Почему подставилась? Просто я верила, что ты не убьешь меня.
Дядя Хуан как-то спросил меня, люблю ли я тебя. Но тогда я не знал ответа. Но сейчас знаю, что в этой жизни ты для меня дороже всех. И что я готов умереть ради тебя. Что с тобой? Ты в порядке? Не волнуйся. Скажи, где болит? Что такое? Что с тобой? Ничего. Кто здесь? Моя цель предельно проста. Пока ты подчиняешься владыке демонов, ты получишь все, что захочешь, даже ее. С чего мне подчиняться ему? Даже не мечтай. Что ж, как скажешь. Прочь! Старший наставник? Чан Цин, ты не должен его преследовать. Мы дадим ему уйти? Не нужно недооценивать его мощь. Сейчас намного важнее укрепить нашу защиту. Он еще вернется. Тогда я немедленно соберу всех стражников. Младший наставник, ты головой будешь думать? Что тебе опять не так? Раз такой умный, слушаем твои предложения. Хватит. Сейчас я за ним не пойду. Но если он еще раз заявится в Хэйбай, вы увидите, что я с ним сделаю. Опять твоя рана дает о себе знать? Ювэй, что с тобой творится? Ничего. Не волнуйся. Не могу. Нинер, Вэйэр. Наставник? Я приказал усилить охрану школы. Этот человек больше не вернется. Можете успокоиться. Но кто он? Как он связан с владыкой демонов? Когда речь заходит о владыке, все только усложняется. В двух словах всего не объяснишь. Нинер, уже поздно. Тебе лучше уйти. Но его и ранено, и я... С Ювэй все в порядке. Нам, Свояр, предстоит долгий разговор. Но... Ну тогда я и правда пойду. Как успехи? Он нам подходит? Мой выбор... Не разочаровал меня. Он намного сильнее, чем я представлял. Он обладает могуществом дракона. Хочешь сказать, я могу его использовать? К сожалению, я недооценил силу его воли. Ему удалось освободиться. Мое заклинание одержимости его не сдержало. Мне нужно получше подготовиться и попробовать снова. В настоящий момент, что бы я ни сделал, нам его не сдержать. Он не подчинится. Но как же так? Почему? Я так и буду сидеть здесь? Нет! Мир огромен. Я найду более доступную цель. Послушай меня. Я уже растерял почти все могущество. Если не освобожусь в ближайшее время, лишусь всех сил и снова окажусь в темнице. Я не хочу оказаться в заточении, едва выйдя на свободу. Мы заключили соглашение. Можешь ни о чем не переживать. Я помогу тебе вернуть утраченные силы.
Освободившись, ты будешь почти так же силен, как прежде. Как? Где ты возьмешь столько силы? Об этом не беспокойся. Твои чувства к Дзенину только усиливаются. Они делают тебя уязвимой. Я помню, как обещала наставнику, что буду осторожна и постараюсь не подвергать себя опасности. Но я ничего не могу поделать. Наши сердца никогда не подчиняются нашему разуму. Но я предостерегаю тебя. Ты должна выбросить его из головы. Со временем твои чувства к нему только еще больше ослабят тебя. Ты испытаешь невыносимую боль. И ни одно лекарство в этом мире не сможет тебе помочь. Если ты все же выберешь любовь к нему, приготовься к тому, что боль не прекратится никогда. Наставник, прошу, наставник, укажите мне путь. Все в этом мире подчиняется воле богов. Но твой наставник просит тебя забыть о твоих чувствах. Окончательное решение можешь принять только ты. Я не в силах тебе помочь. Старший наставник, мы усилили охрану Хэйбая. Но я не могу понять, как он вообще попал к нам. Дзинин сказал, что этот человек упоминал владыку демонов. Неужели у него появились новые сторонники? Может быть. Учение небытия поднимает голову. Но тот человек властен насылать одержимость. Его методы работы отличаются от тех, что используют в учении небытия. Возможно, он не имеет к ним отношения. Но почему именно сейчас? Владыка что, перестал полагаться на Дунцы? Откуда он вообще свалился на наши головы? Не хочет ли он занять место Дунцы? Мне кажется, что владыка задумал что-то новое.
Ну, Нер, мы же договорились встретиться завтра. Почему ты пришел? Что-то случилось? Дедушка, ко мне приходил Дзянин. Я оборвал все связи с ним. Тогда в чем твоя проблема? Я понимаю, что Дзянин не виноват в гибели моих родителей. Но глядя на него, я вижу лицо Дзи и Чуаня. Мне до сих пор не верится, что он убил моего отца и мою мать. Наша многолетняя дружба. Ничего не осталось. Не стоит принимать поспешных решений. Дедушка, ты предлагаешь мне поддерживать теплые отношения с сыном моего врага? Что для тебя важнее, твое личное счастье или месть за семью? Да, дедушка, ты прав. Дзянин должен погибнуть от твоей руки. Но сейчас тебе не стоит его провоцировать. У нас есть цель. Все народы Алого Мира покорятся нам. А ради этого мы пожертвуем всем, чем потребуется. Даже Дун Ци, даже учением небытия и, разумеется, Дзянином. Дедушка, ты предлагаешь мне предать повелителя? Дун Ци был так добр ко мне. Дзянин с одной стороны, Дун Ци с другой. Но мы не будем выбирать сторону. Мы гордо пройдем по нашему пути. Ну, Нер, я понимаю, что власть тебя не особо интересует. Но это не беда. Я уже выбрал человека, который будет оберегать тебя. Он тебе поможет.只能为你。
再来过。